нам прибыл святой воин. Православная традиция говорит о том, что когда мощи приходят, они приходят сам. Когда-то в свое время святой воин приходился даже слушать или смотреть. То есть новый снова возвращается проверить нас, провести, наставить нас, поддержать нас. И вот сегодня мы имеем возможность такую прекрасную принимать святыни из Санасарского монастыря в плане делегации отец Иннокентьевской епархии. Святой правил воин Фёдор, молитва. Или смотри, кто старший этих делегаций. Старший отец, смотри, старший. Остановились, начнем слушать, так подошло. А сейчас? Не скажи отмашку, когда мне их остановить. Свято-Иннокентьевской епархии мы просим принять святого воина на нашу Севастопольскую землю, сопроводить его до наших святынь, до наших моряков, до наших севастопольцев, и чтобы святой воин действительно убедился в том, что дело, которое он когда-то начинал здесь, на этих берегах, дело было правильное, праведное и истинное, потому что это дает достойные плоды и результаты будущих поколений. Поэтому мы благодарны вам за то время, которое вы выделили, чтобы прийти на эту встречу. Ну и приветствую, прежде всего, саму делегацию из прибывшей на нашу крымскую землю, нашедшей тоже свое послушание, а самое главное, давшую нам такую возможность. Я хочу сказать слова благодарности тем, кто организовал это мероприятие, делегации, которая прибыла к нам сюда, проделав с мощами святого Федора Федоровича Ушакова не близкий путь. Но путь этот правильный и правильный. Возвращение святости на исторические ценности, тем более, что возвращение мощей Федора Федоровича Ушакова, который принимал активное участие в нашей истории, в истории Севастополя, это командующий Черноморским флотом. Это те великие победы, которые одержала Россия здесь, в Севастополе, здесь, на Черном море, в Средиземном море. Вот. Это тот исторический человек, который своими деяниями стал святым. И поэтому возвращение вот этих ценностей, возвращение святости сюда, на Севастопольскую землю, для нас это очень важно. Это воспитание не только севастопольцев, но и всех граждан России в духе преданности и любви к своей родине, в духе поклонения и почитания тех традиций, которые были заложены не нами, а нашими предками. Это укрепление веры, это укрепление в итоге мощи нашей родины России. Мы всегда были верны или сильны своей верой, своей любовью и своей преданностью нашей родине. И вот это одна из героических личностей, которая сыграла в истории России огромную роль. И всей своей жизнью, всей своей судьбой он добился того, что был канонизирован враг святых. Сегодня его мощи возвращаются к нам сюда, на родину, там, где он совершил подвиг во славу России, во славу государства, во славу Бога. Поэтому огромное-огромное спасибо всем тем, кто принял участие в возвращении сюда мощей святого нашего воина Федора Федоровича Ушакова, покровителя Черноморского флота. Спасибо большое и низкий поклон всем. Спасибо. В свою очередь я хочу выразить искреннюю признательность и благодарность нашим священнослужителям, представителям Мордовской епархии, монахам Санаксарского монастыря, от командования Черноморского флота, от всех моряков-черноморцев за то, что вы сделали, то, что вы делаете, за то, что вы сохраняете
традиции духовного возрождения и становления воинов, в том числе и военно-морского флота, и непосредственно Черноморского флота. Мы свято храним память и традиции, заложенные святым воином Феодором. Мы берем с него пример. Это пример как и воина, как и человека, который заботился о своих подчиненных. И, конечно же, канонизирована Русской Православной Церковью святого воина. Буквально через несколько дней наш один из кораблей Черноморского флота отправляется по местам боевой славы Федора Федоровича Ушакова на Ионические острова, где моряки-черноморцы посетят святые места, связанные с деятельностью святого воина Федора Ушакова. Спасибо еще раз огромное вам за то, что вы доставили мощи святого Федора Ушакова в город-герой Севастополь, в столицу Черноморского флота. И, конечно же, большое спасибо за то, что вы поддерживаете духовно моряков-черноморцев. Огромное вам спасибо. Спасибо большое, Юрий Иванович. Прежде всего, нам очень отрадно, что встречают не только верующие, а встречают, прежде всего, моряки Черноморского флота. Низкий поклон командующему за то правильное решение, которое он принял, что адмирала флота российского должны встречать адмиралы, севастопольцы и, главное, моряки. А мы здесь почти все моряки. И слава Богу. Поэтому благословите, мы потихонечку сопроводим, пройдем по улицам нашего города и повезем с помощью укрепления святого правильного воина Федора Ушакова, чтобы по-прежнему стоять здесь твердыней и оплотом российского флота и нашей страны. Thank you.
Христі будь нам грішним. Благословен Бог наш, всегда ныне присно век вековым. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истинный. Помянем дела Господня. Боже, не пригоша сиж души, сель бы из могла угла, от Господа бы се есть дивен, очи сек наших. Великого
Великом Господине Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине Отце нашем, Блаженнейшем Митрополите Ануфрии, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем Митрополите Лазаре, и о всей во Христе брате нашей. О, преславный защитник земли русские, и веры православную земли поборниче, непобедимый воине Фёдоре, и кая благодарственная словеса, ниже изящные литийства добры, поиже прославите Христа праведное и дивное Твое житие, понеже из влада крепкую веру во Христа и любовь по Отечеству стяжав, боголепное прозябление честных родителей явился Иси. Сего о ради Божий дар не заменит в стране своей спорное времена в ране против исполненных показался Иси, ибо праведным воеводам подражая не числом и умением духма, но паче веры враги побеждал Иси, силу благочестия истинного показуя. Тем же любовью к Тебе распалаями воспеваем многое добродетели Твоя. Верю любовь ко Господу и ближним, за не те гради живот полагал Еси, чистоту ангела подобную, яко вся воздержанием удивил Еси, и стяжанием истинное, ибо благая красное мира сего презрел Еси. Ей приблажение в Феодоре, угодничи Божию, и благоверный болярине царей православный, призри на убогое моление наше, из грехов благопленно к тебе возносимое. Преклони на милость Господа нашего Иисуса Христа, да не воздаст ли он нашим, но обаче дарует грехов восстановление избавит от злых, находящих на ны, и подаст властям нашему народу усердное попечение, воинству, мужеству, враги, народу благочестие трезвенное, и сповобит нас достигнуть безмятежного пристанища во Царстве Небесном, где же со всеми святыми прославлять и будем всесвятое имя Твое, от Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Победами.
Но сегодня, читая в молитве, мы слышим о других победах. О победах Духа, носителем которого являлся этот удивительный адмирал. Духа веры, чистоты, целомудрия, нестяжательства. Отсутствие Господа открыл, и город устраивал, и флот строил, и воинов учил. Все делал, а на корпус конституцию написал. Подумайте, что это гражданский закон. Для кого? Для простых людей. Какой ум должен быть? Какие способности? Но Бог ему давал за смирение и за любовь. Сегодня мы встречаем святую мощь святого воина по благословению патриарха Московского Серафима Кирилла, из благословения митрополита Зиновия Мордовского. К сожалению, сам он не смог быть, но пришла делегация Мордовской епархии. Приехал наместник монастыря, отец Иннокентий, секретарь епархии, отец Виктор. Мы очень благодарим вас за тот труд, который вы несете по послушанию церковному. А самое главное, вы даете нам эту радость. Радость снова встречи с нашим близким земляком и вашим земляком. И что удивительно, эта встреча состоялась поразительной для нашего, для города Дели. Потому что в этом храме, в котором мы находимся, в честь святого князя Владимира, нашего крестителя, когда он великую нам веру православную, мы сегодня еще отмечаем память бывшего настоятеля этого собора, святого Романа Исповедника, который был духовником Черноморского флота, духовником штаба флота, духовником береговых команд Черноморского флота 100 лет назад. И 100 лет назад он здесь стоял, в этом самом храме, и сейчас стоит. И встречает своего друга, святого праведного воина Федора. Для нас эта встреча радость, потому что святые с нами. Для нас эта встреча торжество нашей веры, потому что мы чувствуем единство земной и небесной церкви. Для нас эта встреча – это ощущение любви Божьей. Я думаю, что каждый или многие из вас переживают о своем сердце. Я благодарю прежде всего того, наших военачальников, потому что знаю сложное ваше время, ответственность, вы отложили все дела. Вы проследовали к святому воину, своему адмиралу, своему адмиралу, почему? Пешим ходом, чтобы прийти и обнять своего друга. Вы с этим другом прошли в этот святой храм, и с вами пошли ваши воины. И это прекрасно, что такая преемственность у нас, в нашем городе, сохранилась. И дай Бог, чтобы эта преемственность была всегда. Ну а сейчас, я, конечно, уже хотел бы предоставить слово Кирилл Ивановичу. Может, скажете два слова? Скажите от флота нам, для наших гостей. Ну и потом, надеемся, от них услышать два приветственных слова. Уважаемые служители Русской Православной Церкви, уважаемые моряки, черноморцы, братья и сестры, я еще раз хочу выразить искреннюю признательность всем, кто совершил столь длительный, долгий путь и доставил нашего духовного отца, нашего святого адмирала, мощи его в город Севастополь, сердце Черноморского флота, того адмирала, который создавал славу Черноморского флота и создавал славу России. Для нас адмирал Ушаков – это образец служения своему Отечеству и своему народу. Мы помним о том, что адмирал Ушаков одерживал только победы. И эти победы, как сказал отец Степан, конечно же, основывались на глубокой православной вере, на вере нашего Господа Иисуса Христа. Я очень сегодня хочу сказать слова признательности всем тем, кто пришел в этот храм, кто прошел с нами крестным ходом с нами вместе от Графской пристани.
Я надеюсь, что за время пребывания святых мощей святого воина Федора Ушакова здесь побывает сотни и тысячи моряков черноморцев, жителей и гостей нашего города Севастополя. Традиции, которые закладывались адмиралом Ушаковым, они свято хранятся и приумножаются. Еще раз с праздником всех, большое всем спасибо. Два слова. Дорогие отцы, братья и сестры, господа офицеры, военнослужащие, нам приятно видеть ту любовь, с которой вы встречаете святого адмирала. Значит, этот союз любви, той, которую он посеял во время своего жития на земле, та любовь принесла свои плоды, и ныне всходы ее мы здесь видим. Когда мы обращаемся к святому, он всегда слышит и дает нам возможность глубже общаться с ним и понять его. Чем ближе всего Господь к человеку? Именно любовью. Федор Федорович, адмирал флота российского, полагал начало своего служения именно через любовь к ближнему, через заботу о простых матросах. Каждый у него был обласкан и утешен. И ныне каждый из вас, который здесь присутствует, находится здесь не случайно. Всех зовет к себе святой адмирал. Однако исключительность его адмиральского таланта состоит не только в земном умении или в командирских способностях, но в глубокой вере более всего. Потому что глубокая вера – это основа бесстрашия. Когда мы говорим о воскресении Господа Иисуса Христа, мы точно знаем, что жизнь вечная есть. И мы этому сами свидетели, свидетельствуя приветственным воскресным словом «Христос воскресе», то, что Он действительно воскрес. Федор Федорович, осознавая бессмертность и своей жизни, и своих подчиненных, руководил ими так, чтобы они могли достойно войти в Царствие Небесное. А эта вера лишает человека земного страха и соделывает храбрость их исключительность. Кроме всего, здесь, в Севастополе, на Черном море, в сражении и в Средиземном море, в битве под Корфу, святой воин Федор показал, что храбрость всегда сопряжена с милосердием, что победа венчается великодушием, а не жестокостью.